Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал. Сегодня у нас, по идее, день всемирного вязания на публике. И я получила посылочку, вот видно, из Самарской области. От Светочки. Канал ее связан с спицами Светлана. Ну, снимаю по-быстрому, чтобы мне никто не помешал. Коробочку уже открыла, но для того, чтобы посмотреть, все ли там в целости. Хотя я не знала содержание посылочки. Ну вот так, на коленочках. Все показываю, как есть. Послала крышку от коробки. И сейчас буду доставать. Буду по очереди. Так, уберу коробку. Так, попробую, чтобы более или менее у меня хотя бы картинка какая-то здесь была. Вот здесь. И все упаковано, все шикарно упаковано в такую вот упаковочку классненькую. И что я тут вижу? К коню всемирного вязания на публике Светочка мне подарила вот такую интересную набор карандашей с насадкой антистресс. Так, я понимаю, что, конечно, это не мои карандаши, не для меня, а для моих деток. Для Богдаши и для Маши. Ну, приедут, сегодня придут. И попробуют, обязательно передам и спрошу. Ну, я уверена, что им это понравится. Это что-то такое необычное, интересное. Так, ну, для Богдаши, наверное, за лето он это использует, изрисует. Если не спрятать. В школу будет прикольно, да, будет от уроков отвлекать. Ну, в общем, передам. Спасибо большое, Светочка. Передам. Может быть, сниму и покажу реакцию. Попробую, если получится, конечно. Следующее. Просто достаю. И это очень полезная штучка от Молли. У меня она иногда летает. И однажды даже она у меня съела целую бобину чистого мериноса красивого цвета. Ну, больше не было вроде бы пока. Я слышала, что Моль ест грязные вещи. Грязную шерсть. Но вот та бобинка, она была как бы новая. Так что все может быть. Это, я так понимаю, нужно повесить. Как-то. Она пахнет уже, я понюхала. Пахнет уже. Надо повесить, и пусть висит. И отпугивает Моль. Заговариваться начала, отвыкаю от съемок. Так, спасибо, Светочка. Нужная вещь. Так, что у меня тут еще? Еще вот такая открыточка. С любовью. Это я знаю, что с любовью. И я уже прочитала, что там написано. Спасибо большое. День всемирного вязания на публике никто не отменял. Так что огромное спасибо. Так, открыточка и... Ну, шоколад для здоровья. Тоже вкусно. Спасибо. С чаем. Так, пойдет. Вот откладываю вот эти два пакетика симпатичные. Откладываю их. Хочется потом, чуть-чуть попозже. Пока. По очереди. Невязальные вещи. Так. Пакетик надо снять. Вот. Это шампунь восстановления и блеск для поврежденных волос с фитокератин. 500 мл. Пол-литра вот такого супер прелесть. Здорово, Светочка. У меня как раз закончился мой шампунь. Из секущихся волос. У меня подходит для окрашенных волос. Ну, естественно, я крашу. У меня волосы уже, конечно, давно-давно седые. И подкрашиваю их. Классная штука. Еще вот такая упаковка. Мягкая и очень удобная, мне кажется. Спасибо. Даже не знаю. Вот. Ну, полезная, приполезная. Семи целебных трав. Ну, очень полезная штука.
Я масочками для лица не пользуюсь. У меня как бы проблемы с лицом. Я там больше всяким лечебным кремом пользуюсь. А вот для головы это то, что надо. Шампуньки мне нужны. Так. Ой, фонарик светодиодный. Вот это красота. Ну, все, что нужно, да? Все, что нужно. Интересно. Я попробую. Попробую, если не отожмут. Я уже думала о фонариках каких-то, но у меня дети очень любят фонарики. Они ими играют, светят. И мне в глаза, и везде, где надо. Ну, посмотрю. Его можно повесить как раз на штатив, чтобы он светил, если что. Ну, в общем, посмотрим, к чему. Изделие предназначено для использования в хозяйственно-бытовых целях. Ну, иногда у нас под диваны что-то падает, забегает, закатывается. И тоже нужны фонарики. В общем, посмотрим. Он так, видно, вот здесь крепится. Очень интересная штука. Светочка сегодня мне прислала то, что, чего у меня еще никогда не было. И мне стоит это попробовать. Раз Света прислала, значит, стоит попробовать. А это измерительная лента в футляре. Вот это класс. Вот это я так хочется сразу открыть. А футляр-то какой мягкий. Он мягкий. Я открою. Свет, я открою. Ладно? Как? Да. Я открою сейчас и вернусь к вам. Так, я просто варварским способом открыла с помощью ножниц. И сейчас будем смотреть. 1,50 м это большая достаточно лента. Круто. Так, вот. И теперь там сказано нажать на центр. И все. Лента. Светочка, спасибо большое. У меня теперь две штучки. Две такие классные штучки от тебя. Вот такая. И вот такая. Ну, эту мне Машка однажды уже поломала. Я купила такую же новую. Но это я считаю, от тебя. Такая вот. Ой, падает. Вот такие у меня две классные ленты. Супер. Я все боялась, что вот это поломается. Вдруг я не смогу, чем измерять. Есть у меня еще одна лента от Анечки. Но ее дети забрали. Она им нужнее оказалась. Старшие дети. Где-то лежит целенькая. Я уверена, они ее просто где-то положили и забыли мне отдать. Но я помню о ней. Помню. И заберу как-нибудь. А это вот такие, конечно, никому в руки даже не дам. Все. Это мое. Это моя красота. Моя красота. Никому не дам. Так, вот это подарок. Это мыло. Так, мыло, туалетное твердое, входящий состав. В общем, так, оно через коробочку пахнет. Пахнет очень-очень вкусно. Так, открывать. Ну, открывать опять сейчас буду ломать коробку. Очень приятный запах. И картина здесь прям, картина настоящая. Просто вот именно под картину и запах идет. Очень приятный. Ну, пока не буду пользоваться, но обязательно нужно использовать, потому что я знаю, что мыло нужно использовать, пока оно свеженькое. Что, чье, не знаю, вот все, что здесь написано. Но мне очень понравился запах. Очень хороший, вкусный запах. Травы успокаивают кожу. Ну, значит, это мне, я буду умываться. Для лица, наверное, подойдет. Буду умываться вот этим мылом. Прям класс. Буду такая красивая, как эта девушка. Если бы можно было еще, чтобы такие волосы у меня были побольше на голове, было бы здорово просто. Ну ладно, это я шучу. Светочка, спасибо за мыло. Запах просто обалденный. Так. Я продолжаю рассматривать, что у меня в коробочке. Но это подарок для Маши. Да, распечатывать не буду. Я вижу здесь посуда. Ага, вот так. Вот. Посуда.
набор. Вот посуда, набор посуды. Здорово. Машка обрадуется обязательно. Будем вместе играть. Она любит готовить, угощать, варить супы, поить компотами. Так что это класс. Это класс, пригодится. А вот это, скорее всего, отожмет у меня Богдан. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, коробочка. А, нет, еще не все. Еще не все. Вот. Все, что еще лежало в коробочке, это пион сочный мини-гель. Мини-гель. Опять же, то, что мне не знакомо, к сожалению, я не могу почитать, что здесь написано очень мелким почерком, то есть шрифтом, а у меня уже зрение не то не берет. Это сейчас, секунду. Если поможет. Так, Антон сказал, что это мини-гель, освежитель воздуха для квартиры. Вот. Света, скажи мне, правда это или нет, но поставлю себе. Антон не сказал, там написано. Там написано, говорит, ругается. Вот, попробую. Пион, это ж пахнет хорошо. Ягод. В общем, тоже спасибо, нужная вещь. Так, я много уже здесь положила, много нужных вещей. И теперь я это все отодвигаю. Это, ой, а запах от всего стоит какой приятный, вкусный. Я начинаю показывать то, что находится вот в этих пакетиках. Вот этот пакетик достаю. Супер упаковочка. Классно. И в этом пакетике у нас лежит накабоха. Расцветка, которой у меня, конечно, нет. И в коллекцию. Это здорово. Я пока не буду вязать из нее. Мягенькая такая, хорошенькая. Я себе уже две пары носочков связала. Кстати, надо их показать, пока мне хватит. Вот это очень красиво. Очень красиво. Я видела у девочек такую расцветку. Очень-очень красивая расцветка. Ну, давайте по кемпинг. Кемпинг написано. Здесь характеристики. 100 грамм, 400 метров. Понятное дело. Так, цвет теперь. 32-44-9. Ну и понятно, что это такое. 75% шерсть и 25% полиамид. Пряжа для вязания вот таких вот носочков. Выходит очень большой размер, достаточный. Так ложится расцветка. Красота. Я вижу, тут еще будет как бы немножко... Или это не прокрас, или это будет... Нет, здесь тоже. Как бы немножко будет... жаккардом. Возможно. Но красота. Коричневый, голубой, синий, джинсовый. Красота. Спасибо, Свет. Спасибо. И еще один пакетик. Но это вообще сказка. Это совершенно новый моточек от Alize Superwash. Так. Alize Superwash Artisan. Артизан, наверное, так читается. Новый моточек. Вот по сравнению с этим, у Superwash вот такие моточки. И по сравнению с ним он просто вот как какой большой. Но по объему 100 грамм. Есть 100 грамм. Просто видно упаковочка новая. Ну, красота. Я когда увидела с девочками, поговорила, сказала, появилась новая пряжа. Они говорят, уже видели. Так вот, прошло некоторое время, и они мне прислали, Света мне прислала вот такую красоту. Опять же, в коллекцию. Пока вязать из нее я ничего не буду, потому что, ну, такое хочется, вот, чтобы оно просто было. Просто было. На ощупь это тот же самый... тот же самый Alize Superwash Comfort Socks или просто Superwash. Вот. И ниточка та же самая толщина. Цвет. Цвет как такой вот серый, белый, черный. Здесь скорее мужской цвет. Но их очень-очень много разных расцветок. Очень много. Здесь сейчас цвет покажу. Вот такой. Вот.
цвет. Спасибо большое за то, что ты мне дала возможность вот иметь такой моточек, просто, ну, просто иметь, чтобы оно было. У меня теперь много разной носочной пряжи. Конечно, я буду понемножку вязать из нее. Все себе не извяжу, но кому-нибудь нужно будет повязать. А пока я буду сама любоваться на эту пряжу. Пряжа мечта, потому что ее увидишь и хочется ее иметь. Вот она у меня сейчас есть. Светочка, огромное тебе спасибо за подарок, который ты мне сделала вот к этому дню, да и те подарки, которые ты мне раньше делала. У меня их много, всяких разных. Спасибо за то, что ты есть. Спасибо. Итак, всем пока. Пишите, я здесь отвечу. Буду с вами общаться. Обнимаю.